Всем привет! Я гуляю тут по-большому. Сейчас покажу вам туалет. Смотрите, как здесь все сделали. Я такой кран вижу в первый раз, если честно. Здесь идет водичка. Вот. Здесь у нас мыло. Моем. А здесь сушим. Сушим. Сейчас пойдет позже. Туалет вообще шикарный, огромный, белый. Смотрите, какие потолки. И вот так можно пройти. Очень много туалетов. Это сделали они очень круто. Смотрите. И потолки, туалетики. Огромнейшее зеркало со столом. И все белое. Респект тому, кто придумал этот туалет вообще. Сейчас покажу дальше. А здесь просто закуток. Просто закуток здесь. Можно что-нибудь придумать, кстати. Вот еще зеркало. Я такая в расслабленном стиле. А теперь я хочу пойти и покушать в месте, в котором я еще не была, но мимо ходила и хотела прийти сюда. Здесь никого нету сейчас. И так очень спокойненько, уютненько. Самое время посидеть. Расслабиться. Здрасте. Присесть можно тогда? Хотела присесть здесь в одном местечке, но, к сожалению, у них летняя веранда закрыта, хотя сейчас, ну, уже все закрыто, хотя сейчас хорошая погода. Присяду в любимом месте, где я обычно сижу, и возьму свой теплый салат. Так, присела покушать. Сейчас мы с вами попробуем равиоли с креветочкой. Неожиданно зеленый цвет. Я люблю пармезанчика побольше. Прям вот так. Я очень люблю пармезан. Ва. Сразу вспомнила свою подружку с Москвы, с которой мы очень много времени провели вместе. Она очень любила пармезан. Она могла всю вот такую миску высыпать себе в блюдо. И кайфовала. Наверное, у меня от нее осталось. Так, пробуем. Кстати, еще комплимент принесли, вот такую палочку. Тоже надо попробовать. Может, палочку сначала попробовать? Солененькая, вкусно. В общем, не понравились мне эти равиоли. Я ей так и сказала, что вкуса креветок я не почувствовала. В целом, если бы это были не креветки, а, например, крабы, хотя я даже и крабы не почувствовала, просто какая-то безвкусица. Просто тесто с какой-то жижей внутри. Вот. И стоит это 460 рублей. Еще я себе карту большого оформила. Не знаю, редко туда хожу, больше люблю горизонт. Ну, думаю, пусть будет. Просто кэшбэк начисляется. В общем, недовольна я осталась с этими равиоли. Ладно, хожу, шоплюсь, ничего не рассказываю. Смотрите, какой рюкзачок за 4400 я нашла. Рюкзак-сумка. Сейчас еще покажу. Во. Офигенно, новая коллекция. Цены обалденные. Это магазин «Версия» в «Горизонте». Слушайте, случайно зашла в «Версию» и удивилась, что огромнейший выбор рюкзаков и сумок. Все очень классные. Единственное, что у них эко-кожа, как я понимаю, или кожа, кожа, натуралочки нету. Но цены очень классные, достойные, супер. А еще мне очень понравился этот костюм в бенетон. Смотрите. Сейчас я покажу его на манекене. Пришла узнать, сколько он стоит. Стоит он 6499. Пойдемте, покажу на манекене. Какая гармония. Полосочка вот эта мне так нравится. И еще мне вот эта сумочка понравилась. Единственное, мне не нравится, что здесь всего один вот так вот отдел. Мне бы два. А вот я и нашла эти сумочки. Только здесь цветная. Не пойму. Это говорит о том, что это как бы кожа натуральная, наверное, или нет? Сейчас прочитаю. Сумка на пояс. А, нет. Не натуральная кожа. Стоит... Ой. 4299. Да ну нафиг. Вот, смотрите, в Бершке продаются 1799. Такие сумочки тоже с одной. Без претензий.
Вау, какая куртка прикольная. Под кожу. Тема. 3500. Вообще крутая. Лес Усуэс. Мне нравится. 2000. А кто вот такое любит? С капюшончиком. Я люблю на это смотреть, но уже не покупаю. 2600. Классная олимпийка. Блин, сразу вы захотите знать, сколько она стоит. 100%. 1799 всего-то. Крутая. Не пойму, это что сейчас так модно? Просто везде сейчас это огромная подошва. Но я, честно говоря, не могу к ней привыкнуть. Мне вот не нравится, как она делает ногу. Ой, какие милые сумочки. 1600 рублей. Ой, милота. Маленькие, аккуратненькие. О, вот это текстильное вообще. Это под кожу. О, костюм шикарный. Карманы. Серый. Ну, у меня серый есть, но мне нравится. 1800 штаны и коротенькая кофточка. Вот в стиле моей Любашки. Она любит, чтобы был живот видно. Потому что у нее живот не поправляется, а у меня поправляется. Ну вот хоть убей меня, но когда я вижу леопарда, я вспоминаю дьяволину. 3150. Ой, какая симпатичная сумочка. Мини-спортивная такая. Крутая. Фирма Кеду. Это я зашла в Калипсо. Калипсо, у них тоже очень много всяких вон рюкзаков. В Заре вот рюкзачок. За 1999 рублей. Смотрите, какой рюкзачок я нашла в Мармелада. Итак, что у нас здесь написано? Good girl. Здесь какая-то электроника. Нажимаешь кнопочку, и вот оно все работает. А, разные надписи можно менять. Нажимаешь, вот. Happy. Happy me. Счастливая я, да? Или счастье мне. Прикольно. 2000 стоит всего такой рюкзачок. Есть вот обычный маленький. Но здесь все кожзам. А я себе хотела бы кожаный, так чтобы надолго. Stocks and shares. Of course, no one really knows. But he often said stocks were up. Поняли? Я учу английский, да, включила английский, Питер Пен на английском, у меня адаптирована аудиокнига, еще и есть такая обычная книга. Ну, в общем, привет, день новый, у меня сегодня лук-грюк. Ну, на самом деле, я легко оделась, поэтому шарф накинула, и получается, я вся в черном, полностью в черном, и у меня такой синий яркий шарф. Красота. Сегодня у меня должна быть фотосессия. До этого мне нужно пойти отправить одну посылочку на почту. Сейчас я быстро бегу, я, как всегда, опаздываю. Я в 16 часов должна быть на Северном. А сейчас уже 5 минут 4, мне еще на почту надо зайти вообще, да? И я нифига не на Северном, полчаса доехать. В общем, сегодня у нас такая мотоциклистическая тема. Фотопроект, меня пригласили, и я с удовольствием иду участвовать. Мне еще должны обувь, может, дать какую-то, косуху дать. Но я нашла то, что у меня есть. Помните, давно-давно делали обзоры, я все никак не ходила в этих вещах. Я решила вот одеть. Все, пошли, сделала себе кофе с собой. Вот так вот я из фикс-прайса в таких баночках, арахис в сахаре, обожаю. Ем. Сейчас буду ехать учить английский и пить кофе и есть арахис в сахаре. Но я приехала и даже приехала первая, вообще не опоздала и еще 10 минут буду ждать фотографа. Отправила вообще в мою любимую почту, так люблю ходить, просто вот даже если очередь там есть, все очень быстро проходит. А сейчас зашла, там никого нет, меня быстро обслужили, 5 минут я там была и вышла. Я вот, реально мне везет, я нашла самую лучшую почту в Ростове-на-Дону, хожу только туда. Так, что еще? Все, сижу, пью кофе, изучаю английский и жду фотографа. Когда она придет, мы начнем уже там что-то делать, я вам покажу что-нибудь.
Фотограф пришла, и мы сейчас ищем место, где красиво поставить байк на красивом фоне. Вот, находимся тут возле Ашана недалеко. Я вот. Она, в принципе, оценила мой образ, мой лук. Только я, ну, эту сумочку я взяла для удобства просто. У меня черный. У меня есть вообще чисто черная. Надо ее, блин, привести в порядок, там камни поотрывались. Вот. И обувь. Но она еще взяла берцы, еще куртку мне взяла. Короче, посмотрим. Либо так буду, либо в чем-то новеньком. Из косметики что-нибудь с собой брала? Наш фотограф. Вот он, байк, который к нам только что приехал. Хозяева нам оставили его просто и ушли вдаль. Это мы разбросали уже наши вещички. Сейчас будем все надевать, мерить и фоткаться. А потом вы увидите в Инстаграме фотки. Аккуратно, там качель. Смотри под ноги. Все, не угнаться за пацаном теперь, это просто жесть какая-то. Вот на этой площадке я не люблю, блин. Дэнь, смотри вперед. Вот я бы не сказала, просто бы влетел. Жопа маленькая. Фух. Короче, все, не успела. Прибежала, приехала домой через пробки. Быстрее все переоделась, другую куртку одела. И скорее в садик за малым. Взяла себе в итальянском что-то вкусненькое здесь. Икра у меня. Десертик офигенный. И картошечка там. И курочка с грибами. Буду сейчас кушать, голодная невозможно. Я кушала вообще последний раз днем еще, часов в 12. А сейчас на минуточку 7:30 вечера. С Денькой пришли, сейчас будет пока раздеваться. Завтра мы с Денькой едем в гости к Елене Счастливой. Посмотрим, как она живет, как у нее дела, как дела с каналом. Ну и вообще давно не было ее видно. Так что мы поедем к ней в гости завтра. Давай раздевайся. Кис. Давай, раздевайся. Снимай. Молодец, умничка. Ну что, всем доброе утро. Мы с Денечкой уже собрались. В общем, мы собираемся к Лене, набрали же вкусняшек, кучу еды с собой взяли, всего-всего. Выходим на улицу, а я одела кожанку, потому что вчера было так-то прохладненько, но сегодня вообще жарко. И в этой кожанке я запарилась, поэтому я в футболке. Еще я одела свои полусапожки. Ну, не стала уже домой переодеваться. Может быть, у Лени в ее районе будет попрохладнее. Вообще, сегодня переменная какая-то такая облачность, поэтому не буду сильно раздеваться. Я и Деньке взяла теплые вещи. Выезжаем. Так, ну что, катаемся. Держись крепко. Нравится? Давай, может, мама сядет тоже. Ой, ай, тяжело. Ой, боже, как я тебя высоко. Ой, это страшная вообще качелька. Держись крепко, Дэнь. Кач, кач. Кач, кач. А Лена, вон она, с Маруськой. Сейчас к ним подойдем. Денька села на эту качельку и все, хочет покачаться. Вот и я тут. Качаю ребенка. Нравится? Держись крепко. Держись крепко. Юх. Жух. Жух. В общем, мы исследуем площадку Ленкину. От молодец.
кстати, кроссовки. Представляете, я же ему хотела купить Nike новые, такие же синие кроссовки увидела. Сегодня перебирала вещи все, там половину отдала, и увидела кроссовки новые, которые я ему покупала. Где? В Германии. Вот. И думаю, гля, они ему были большие как раз таки. А сейчас как раз быстро растет ребенок мой. Так, аккуратно давай. Пойдемте с Леной поздороваемся. Денечка, аккуратно говорю. Так. С кем мы здороваться идем? Давай, с молодой мамой. Блондинкой. И Маронькой. Привет. Привет, эти такие ручки-масечки. Ну что, как дела? Рассказывай. Да все шикарно. Как с каналом? Что последнее выпустила? В смысле, хорошо все, просто это, я по мере возможности. Что последнее выпустила? Последнее, как ярко провести осень. А, я смотрела. А что в планах? Какой следующий ролик, да? А у меня просят видео, как изменилась моя жизнь после рождения ребенка. Кстати, возможно, интересно, его. Да. А потом у меня в планах гардероб быстрее перебрать, я хочу. Ты еще не перебирала? От всего лишнего. Нет. Это хорошая идея. Мне тоже надо сделать такое видео. Вот. Потом мне просят, как бороться с ленью, как все успеть. Короче, блин. Ты все успеваешь? Ну, нет. Да ладно? Лайфхаки, кстати. Лайфхаки у меня есть тоже, кстати, классные. Папа на работе, дочь. Деньги зарабатывает, пока мы гуляем. Ой, ну что, мои хорошие, все, сели в машину, Денька наигрался, набегался, блин, в одни гости, в другие сходили. Увидела старых друзей, которых давно не видела, так вообще рада, счастлива, люблю, когда у людей все хорошо, когда они растут, вообще, короче, я вдохновлена. Вот, мы с Денечкой уже едем домой, к сожалению, с Леночкой не удалось много поснимать, потому что детишки маленькие, и, в общем, я камеру не доставала, мы все время с ней вот ходили, что-то общались, давно не виделись, поэтому было о чем поговорить, и про камеру, честно говоря, даже забывала. Все, сейчас едем домой, Денька, скорее всего, уснет, сейчас 4 часа, Денька уснет, ну, хотя бы часик пусть поспит. Да, Дэнь? Чё ты там тащишь от гостей? А? Покажи попрыгунчик, мячик. Покажи мячик. Мячики. Мячик, скажи, я взял. Мячики. Мячик. Ну что, я сижу в машине уже 40 минут. Смотрю Чернобыль в ТНТ премьер. Денька спит. Я уже покушала, заехала в Макдональдс. Поела мороженку, все дела. Сейчас поеду возле подъезда стоять. Ну что, доброе утро, день следующий. Сегодня у нас воскресенье, выходной. Мы с Денечкой проводим время вместе. Мама у нас простыла чуть-чуть, лечится дома. Сейчас мы собираемся в торговый центр «Горизонт». Я хочу себе там купить одни ботиночки. «Доктор Мартинс», по-моему, называется. Никогда такие не брала еще, но наслышана о них. Вот. Присмотрела себе там одну модельку. Вот. Но не было моего размера. Был только 38-й, но они какие-то большеватые, мне кажется. Мне надо 37-й померить. Вообще они должны вчера привезти и позвонить мне, но ничего не позвонили. Поэтому сегодня мы едем с Денькой вдвоем, примерю их. А потом встречаемся с фотографом, и она мне перекинет все фотографии, которые фоткала. Все, ты сам ходишь, тебе вообще мама не нужна. Не дает даже ручку. Да и не лапай стекла, зайка. Все убирают стекла, продавцы. Вытирают все. Пойдем к любимому фонтану. Фонтанчик, да? Классно, когда мама снимает, да? Вообще классно, когда тебя снимают. Так, ладно, нам надо идти за ботиночками, чтобы их не разобрали там. В общем-то, я и приехала к своим Мартинсам. 37 размер. Мне оказался вообще впритык, а сказали, что ботинки нужно брать... 38, да? В общем, Денька во все тяжкие меня. Вот затащил меня вот в такую штуку.
Ему дали чупа-чупсы. И мы сейчас сделаем два круга в Вавилоне. Нет, нет. Я никогда в такую просто не каталась. Сарат. А знаете, что мне здесь нравится? Вы еще музыку включили. Мне здесь нравится, что здесь вот этот ободок так сделан, что я не вижу лица других людей, и они мое лицо не видят. Только Денькина. Наш первый чупа-чупс. Деня, вкусно чупа-чупс? Привет, привет всем! Я против чупа-чупса. Но ему дали, и он, блин, не отдал мне его обратно. Дай маме чупа-чупс. Оставила Деньку поиграться, но он все равно меня не отпускает. Тут напротив магазин. Ой, красота. Домой забираем. Напротив магазин, но я даже туда не могу сходить. Поэтому сейчас буду наблюдать за ним, потом пойдем в магазин вместе. Привет, мои хорошие, день следующий. Сегодня Денечка пошел уже в садик, а я утром просто сделала генералиссимус, как я называю, в квартире. И так устала, честно говоря, столько сил это отбирает, и энергии, и просто уборка в квартире. Это, конечно, что-то, надо с этим что-то делать, потому что это реально и времени, и сил столько отбирают, язык на плечо. Но когда все чистенько дома, свеженько, не пылиночки, то это очень клевенькое, приятное настроение. Вот, я сделала это с утра. У меня бывают наплывы такие, знаете, раз-раз, такая думаю, нет, все, я все бросаю, и пока вот не доведу до совершенства своего все, я не останавливаюсь. Так, сегодня мы собираемся, я хочу Деньку пораньше из садика забрать, и мы собираемся пойти в H2O. Конечно, уже погода не такая, чтобы на летней площадке тусоваться, но во всяком случае это у нас, что там, карусельки всякие, ну, в плане горки, вот. Но на горках мы, наверное, особо не будем плескаться. Ну, просто хочу, чтобы Денька поплескался, потому что в этом году у нас, на самом деле, вообще не было даже возможности, и как-то я ничего и не планировала. Он и не загорал у меня, там, не знаю, пару-тройку раз. Ой, хлас чешется. Пару-тройку раз где-то... забываю, все, господи, что с моей головой? Короче, у меня внутри осталась галочка, что надо Деньку поводить в бассейн. Вообще, у нас рядом с домом здесь есть бассейн детский, но я знаю, что там с родителями. Вот надо узнать, можно ли без родителей, и вообще, будет ли он без меня на чьих-то чужих руках купаться. Надо, короче, этот момент весь узнать, хочу его в бассейн поводить, это же все хорошо для здоровья, для всего. Ну, короче, у меня есть 3 сертификата, я их покупала еще в середине лета или в начале лета. 3 сертификата для взрослых, а детям до 120 сантиметров, там бесплатно. Поэтому я беру Наташу, Виталика, наших детей берем и пойдем сегодня тусоваться. И в Фаберлик забрать свой заказик. Оставайтесь со мной. Ну что, приехали мы в H2O. Деня! Короче, сейчас зайдем и там все покажу. В общем, мы пока там заполняем расписки, Денька остановился здесь. И смотрят. Что тебе нравится? Это целый город, Деня, здесь. Что за город? Колесо обозрения. А, так это, наверное... Нет, что это, наверное? Что это, наверное? Я думала, что это мини-аквапарк. А потом смотрю, нет, дорога, машины. Это, не знаю, что это. А что это вообще такое? Оживите город, прикоснитесь к детству. Чтобы оживить город, опустите 100 рублей... купюроприемник. А, тут все начнет, видимо, делаться. Это просто макет какого-то мини-города. Все, поняла. Я думала, это какого-то района. Думали, как интересно, я бы там жила. А здесь можно управлять, да? А зачем? Ну, это типа город, можно, чтобы пожил. Пойдемте. В общем, друзья мои, я жестко тупанула, потому что я не взяла для своей камеры чехол, чтобы я могла ходить везде, купаться и показывать вам. Мы сейчас были наверху, вот там вот. Там такие красивые места. Мы выезжали на бассейн, выезжали в плане в воде, выплывали. На бассейн открытый, на улице сейчас где-то 20 градусов, а может даже меньше. Но совершенно не чувствовалось, даже зимой клево. Брат говорит, что так же оно. Вот. Здесь детский бассейн, Денька вот купается, везде ему понравилось. Лазит из воды, капризничает, и, короче, место классное. Вон он, пацанчик, побежал.
прошло. Я ему мячик еще взяла. Точнее, он сам его взял. Кайфует. Вот там горки всякие, но мы туда не ходим. Я горки не люблю, честно говоря. Вот, поэтому мне детского бассейна нормально. Там с течением наверху такое есть. А, вот здесь вон, где светится все. Там течение, и там такие красивые места. В общем, короче, я еще сегодня ничего не ела. В общем, поснимать сильно много не смогу. Это в следующий раз. Ждет меня. Давай, садись сюда. Стой, стой. Давай. Катя? А ты на ней катался уже? Да. Кайф, да? Самый кайф. Блин, страшно. Они, кажется, медленные по сравнению. Ну давай, блин, они страшные реально. Я не... Постоишь, я не пойду, я дам тебя смотреть пойду тебя. А, тут еще на таких штучках, может, и не так страшно. Но я бы попробовала, кстати. Сейчас надо Виталика попросить, чтобы он меня тоже снял. Блин, страшно. Это вот оттуда, ё-моё. Это страшно! Блин! Обалдеть! Ё-моё! Виталик! Нет, я не буду так делать! Я не буду! Страшно? Прикольно! Пипец! Это так страшно! Я сначала хотела тоже, а потом думаю, не! Не? Да, не. Да вес. Ты чуть не вылетел вот отсюда. Тебе не показалось? Да. Все, держись. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Слушай, мама, страшно. Маме страшно. Не так страшно. Беги. Мне страшно было. Опа, голодная, я есть хочу много. Тут рядом есть Сицилия, мы хотим туда пойти. А если туда идти, то уже выходить. Поэтому мы не спешим, я... Хотя здесь что-то тоже есть, по-моему, поесть. Только я не знаю, насколько вкусно оно. Дэня сел на бережку. Волны, волны брызжут.
Павловна. Дэн, так ты все колени себе отобьешь. Обожаю наблюдать за тем, как малышня наша играет. Вот Настя толкает Дэньку, чтобы он плавал. Я просто умиляюсь. Настюля, ты катаешь Дэню? Ну что, вот мы и собрались. Детвора. Кушает, пьет, да? Помашите. Привет, привет. Нагулялись, накупались? Ой, Дынька, ты очень счастлив, да? В басик хочу, скажи, да? Ребята, романтик, обстановка. Все, Наташу уже принесли покушать, малым все принесли, а мы с Виталиком заказали жаркое наше любимое. Я с индейкой, он со свининой, и вот ждем мы дольше всех. Девочки, сейчас половина 10 вечера, и вот я ем жирненькую картошечку, и не думайте, что это все бесследно уходит. У меня, я поправилась, короче, надо будет худеть. Совсем скоро я начну худеть, но пока я не могу остановиться. Фух, все, мои хорошие, пришли мы. На самом деле, очень мне понравилось ваш 2У, я была там впервые, сколько живу. Все никак не удавалось прийти. И даже самое интересное, что я сейчас Наташе говорю и вспоминаю, что я сертификаты взяла, купила сертификаты, 3 сертификата. В начале лета, девочки, я за все лето ни разу не сходила. Хотя там такие билеты у меня, везде можно ходить, и летняя площадка, и все. У меня даже не было времени пойти позаграть на летнюю площадку. То заболею я, то заболеет малой. В будни я не хотела идти, потому что он в садике, в выходные дни. То как бы троих людей взрослых надо, да, брать с собой. Ну, то есть я и еще двое взрослых. То у кого-то не получалось одно никак. И, в общем, только сегодня я вырвалась за все лето просто с Денькой поплавать. Ему там очень понравилось. Там есть детский бассейн, детские горки, он самостоятельно на них ездил. Ему, короче, очень понравилось. Он сначала не понял, куда его вообще притащило, а потом понравилось, уходить не хотел. Везде мы там вообще побывали, ребята покатались на горках. Даже я один раз прокатилась на большой горке. Наташа говорит, она тебе понравится, пойдем. Немного было страшновато, но было весело. Время, в общем, прекрасно провели, потом поели. Снимала, не снимала, не помню. Там музыка играет на фоне все время громко. Вот, все, пришли домой, Денька искупан, я искупана, там помыла голову, кстати. Ну, кстати, от хлорки очень портятся волосы, я прям заметила, мне вообще их не понравилось состояние, поэтому туда бы с шапочкой хорошо. Хотя под шапочкой тоже, по-моему, волосы мокнут, да? Я просто помню, ходила в бассейн, когда занималась, у нее мокрые волосы все время были. В общем, все, Денька накупаны, накушаны, да? Да, сейчас раздеваемся, идем спать, да? Что ты каешь? Пить хочешь? Все, девочки, на самом деле этот влог какой-то супер насыщенный. Сейчас будут у меня рабочие будни. В принципе, ничего такого экшена, никакого в ближайшие дни не должно происходить. Так что заканчиваю влог. Пишите ваши комментарии, вопросы, если появились. Ставьте обязательно лайки. Подписывайтесь на мой канал, кто в первый раз. Ну, а я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока.